Наварила я борща с индейкой. Такой вот красивейший борщ. Вот здесь у меня тушеная капуста. В общем, муж у меня берет и на работу. Он готов эту капусту есть постоянно. То есть и сегодня на гарнир мы ее вечером будем. У меня еще со вчерашнего дня там рыба есть. Вот форель, которую я жарила вчера. В общем, на сегодня нам еще есть на ужин. Ну, сегодня в магазин мне идти не надо, не знаю, может быть, сходить прогуляться. Но вообще мы сегодня с мужем, у нас сегодня среда, и мы, ну, обычно ходим на озеро. Но последнее время он был в отпуске, и на озеро я не ходила давным-давно. То есть он у меня сбегает утром рано, пока я сплю еще, приходит, только мы завтракаем. И все. И на озеро как-то я давным-давно не была. Но сегодня, сейчас он работает. Значит, у меня челка какая-то нехорошая. Что тут на голове, не знаю. Вот. И сегодня придет он с работы. И мы поедем на озеро. Там два круга вокруг озера. Это 5 километров. 5400, наверное. Почти 5,5. И прогуляемся, солнце светит, и возьму вас с собой, кто хочет. Вот. Ну, если что-то там интересненькое поснимаю, может, природа какая красивая. Вот. Ну, вот как-то так. Думаю, в чем же мне идти на озеро? Вроде бы, конечно, и солнце светит, но все равно уже прохладно. Ой, нашла свои кроссовки. Кстати, кроссовки, ну, за лето, за вот осень, как уже началась давно у нас, да, ни разу их не надела. Наверное, только когда я их весной, может, надевала, да. Вот. Сейчас они все-таки вот так вот в сеточку. В дождь в них не пойдешь. Ну, дождя, конечно, нет, но не знаю, будет у меня холодно в них или нет. Ну, наверное, нет. Носки надену. Скорее всего, пойду в них, уж не буду надевать ботинки. Пойду в этих кроссовках. Ну, и куртку какую-то надо надеть. А может, просто жилетку надеть? В общем, подумаем. Вот, дорогие друзья, сижу я в машине. Звука нет, я озвучиваю свое видео заново. Муж у меня пошел в Фаберлик за заказом, а я хвалю селфи-палку, которая из фикс-прайса. И я говорю, что вот я только подсоединила штекер в этот свой телефон, и с кнопки все записывает, и фото делает, и запись. А в результате ничего подобного. Кнопка-то действует, а видео, которое я записывала, оно получилось без звука. Ну, в общем, сижу, жду мужа. Он у меня должен подойти. И показываю, вот у нас наши просторы, брусчатку, которую вот на этой аллее, которые должны были выложить еще в августе месяце, к 800-летию Нижнего Новгорода, ничего не сделано. Все силы были брошены в центр города, все там хорошо, президент приезжал, отчитались. Ну, а у нас вот такие вот окраины остались. Вот такие горы песка. Что-то сделано, наверное, четвертая часть. Ну, им сейчас вот дали месяц. Муж говорит, месяц им дали на то, чтобы сделать все. Ну, уже впереди зима, уже октябрь месяц. Впереди холода, и снег, и дождь. А в результате вот это вот будет работа сделана тяп-ляп. И все. Все, конечно, потом опять эта брусчатка поползет, как и до этого. В общем, деньги опять зароют просто в землю. Обидно очень, обидно. Но что делать? Вот так вот. Вот так вот у нас происходит постоянно. Деньги на ветер. Вот так. В общем, сижу, жду и озвучиваю свое видео. Первый раз у меня получилось озвучить. Вот сейчас снова озвучиваю. Что-то не получается почему-то.
Пробую, пробую. Первый раз я озвучиваю видео. В общем, не знаю, как в этот раз получится. Ну, вот так, сижу, жду. Поедем сейчас вот направо, потому что там у нас виадук воздвигают, и ужасная, страшная пробка. Обратно просто нам не добраться. Вот куда машины налево едут. Мы обычно ехали туда, на ту сторону озера всегда. Но сейчас вот поедем вот направо, куда машина едет, с другой стороны, чтобы было проще потом добраться домой. Вот сейчас муж уже придет и поедем. Вот такие дела. Перехвалила я эту селфи-палку. Даже не ожидала. Ну вот мы уже едем. Муж вам машет рукой, здоровается. Вот такие вот пироги. А я всю палку эту расхваливаю. Говорю, вот надо же, те, которые дороже стоят, у меня кнопка работает, только надо там программа, интернет. В общем, она то работает, то нет. В общем, все от интернета зависит. Даже у меня вот это вот со световым кольцом, которое то же самое. Начинаешь видео, эта кнопка действует. Потом начинаешь выключать, все, уже куда-то все это. Интернет пропал, и приходится выключать уже с телефона. Вот. А это прям действует так отлично. Ну, бах, и звука нет. Вот такой вот причина. Что за причина? Не знаю. Надо что-то там проверить. Даже не ожидала, что так это все произойдет. Вот такие вот сложности в блогерстве. Так вот все непросто. Нужно все смонтировать, озвучить. Ой, что вырезать, что там. В общем, время затрачивается. Вот хорошо говорю, мне это нравится, но это труд, это работа. Вот идем, вот наши туалеты. Это как постамент просто, памятник туалету, который не действовал в течение лета вообще. То есть, может, ждали приезда президента, для него бы открыли, я не знаю. Для нас не открыли, он так и стоит. Вот здесь пацанчики катаются на самокатах, вот на этих горках. Вот такая вот здесь красота. Он маленький с велосипедом со своим. Вот раз его бросил, строит какую-то там башню. Мы идем по тропинке, смотрите, как красиво, осенние пейзажи, листья опадают желтые, березки стоят. Говорю, давно уже не была на озере, муж у меня был в отпуске, и он утром с утра сбегает, и красота. А я только встаю, завтрак приготовлю, он уже приходит, и, естественно, на озеро мы уже не ходили. Так, сходим на прогулку куда-то, и все. На озере не была давно. И вот хотелось прогуляться быстрым шагом, посмотреть на осенние пейзажи. Вот березки стоят, клены желтые, рябины уже красные, все такие листья бордовые. Вот, впереди там детская площадка, дети. Все, вот кто живет рядом, все ходят сюда отдыхать. Пенсионеры на лавочках сидят, там на озеро смотрят, прогуливаются. Кто-то спортом занимается, бегает вокруг, кто-то на велосипеде, на самокатах. В общем, конечно, вот такая вот зона отдыха – это огромный плюс. Кто живет рядом, это вообще хорошо здесь. И купаться, и просто прогуляться, спортом позаниматься. Замечательно. Вот там молодой человек бежит. Многие здесь вот бегом занимаются, молодежь. На спортивные площадки приходят. Погода у нас стоит замечательная. Уже так к вечеру прохладно, вроде бы даже как морозный такой воздух, уже пар изо рта. Вот. И
кофе здесь вот продают, кто-то хочет кофейку горяченького, какой-то напиток горяченький выпить. И вот такая вот гладь озера. Видите, какая красота. Просто озеро как зеркало. Вон рыбак стоит, рыбу ловит. Отражаются деревья в озере. Просто чудо. Такие вот пейзажи красивые. Вот. В Турции, как говорится, свои красоты, а у нас свои. У нас свои. Вот такая вот красота. Озеро немного обмелело. Вот здесь тоже так все красиво. Велосипедная дорожка там у нас. Удобно сейчас, хоть и на велосипедах можно кататься там отдельно от пешеходной. Опустевший пляж, осенний пейзаж, пустынный пляж, желтый клен, шезлонги. Очень красиво, да? Просто красота. Просто красота. И такой уже вечереет. Ну, а здесь пробка. Вот рядом с этой красотой, конечно, вот эта пробка. Конечно, это все временно. Все это когда-то рассосется. Когда сделают виадук, будет все нормально. Ну, а пока придется потерпеть вот эти вот неудобства. Конечно, вот и жителям здесь дышать нечем, потому что, ну, не целый день, но вот к вечеру, час пик, пробка и машины, конечно, газуют здесь не очень-то приятно. Вот смотрите, какой закат, розовый закат, гладь озера, желтая такая береза стоит. Смотрите, какое небо. Розовое, голубое. Просто, просто красота. Такие пейзажи. Пойдем в пятницу еще. Там уток поснимаю. Будет посветлее, потому что муж с работы раньше придет. Вот смотрите, какая картина. Два ежика в тумане курят электронные сигареты. Это просто ужас. Ну, кошмар. И мы вот так вот идем. Говорю, я вообще домоседка, меня трудно вытащить из дома. Муж меня вытаскивает из дома прогуляться вокруг озера. В общем, движение – это жизнь, конечно, я это понимаю, но вот такая я. Но зато в Турции меня просто не усадить на место, не уложить на шезлонг. Мне нужно постоянно куда-то бежать, двигаться, ходить. Что-то смотреть, это там у меня какое-то это, или плавать, и я постоянно в движении нахожусь. Но дома у меня какой-то наступает ступор, и я просто, просто сижу дома. Вот. Вот такая у нас была прогулка вокруг озера. Хорошая погода. И я как-то с легкостью прошла эти два круга. Очень замечательно. Вот так вот. Вот так. Все, по-моему, озвучила видео. Не знаю, как у меня получилось. Сейчас посмотрим и послушаем с вами, что я вам там рассказала. Даже уже не помню, о чем мы говорили. Шли, о чем-то болтали. Вот я иду, машу вам рукой. Ну, а здесь мы уже дома. И я прощаюсь с вами. Еще с этой селфи-палкой не могу расстаться. Думала, все хорошо записывает. Ну, и всем пока. До скорых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, кто со мной, кто досмотрел это видео до конца. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.